Дорогие друзья, всем огромный привет! И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, необычный десерт, который называется яблочное пиво. Вот, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем! Понадобится для нашего рецепта. Это сахар 6 столовых ложек, 1 литр яблочного сока, у меня вот Сандора, желатин 20-25 грамм. Вот в принципе и все. А сейчас непосредственно приступим к приготовлению. Так, первое, что мы делаем, это нам нужно замочить желатин в небольшом количестве холодной воды. Так, желатин мы залили холодненькой водичкой. Вот тут у нас набухает. Теперь нам нужно подогреть сок. Итак, друзья, пока наш сок подогревается, мы отлили отдельно совсем немножечко вот сока. Мы его отдельно подогреем, отдельно добавим немножечко желатина сюда. Вот, а потом я расскажу, что мы дальше будем делать. Итак, наш сок подогрелся, но мы его не доводим до кипения. Вот, подогрели. Теперь наш желатин мы отправляем к нашему соку. Вот. Так вот, потихонечку добавляем. Размешиваем, чтобы не было комочков. Так. Хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Уже чувствуется, как желатин начинает работать, масса начинает загустевать, и сейчас мы ее будем разливать в наши стаканчики. Друзья, совсем-совсем забыла, перед тем, как будете ставить сок подогревать, вот, нужно добавить 6 столовых ложек сахара. Я забыла, поэтому буду добавлять сейчас. Желательно это делать тогда, когда вы сок ставите подогревать, он быстрее растворится. Вот. Но так как я совсем забыла об этом, я только сейчас сыпала сахар, теперь буду активно-активно помешивать, чтобы сахар растворился. Итак, все, наш сахарок растворился. Видите? Нет, ничего, никаких крупинок. А теперь мы это все будем разливать по нашим стаканчикам. Итак, мы разлили наш сок по стаканчикам. Вот у меня с литра получилось столько стаканчиков. И вот в такую чашечку еще перелила. Но у нас, не забывайте, есть еще вторая часть нашего сока, который мы оставили с желатином. Сейчас это все застынет, и я расскажу, что дальше. Итак, я достала наши стаканчики с желе. Они немножечко начали схватываться. Видите? Вот. А сейчас мы будем готовить пенку. Вот наш сок, который мы оставили
и наш желатин. Это мы соединяем и активно взбиваем для пышной-пышной пены. Друзья, мы взбили миксером, получили такую пену. Эту пену мы выкладываем в наши стаканчики. Вот такая вот пена у нас получилась. И это все быстренько отправляем в морозилку. Так, достали мы наше желе. Вот, и вы можете видеть, что от пены не осталось и следа. Значит, этот способ не совсем действенный. И что я сделала? Я взяла, замочила желатин в холодной воде, добавила теплой воды и взбила ее с миксером. Тем самым добилась пышной пены. И сейчас, когда желе вот застыло, добавляем эту пену и ставим опять в холодильник для застывания. Вот. И таким образом наша пена никуда не денется и никуда и не впитается в наш яблочный сок. И отправляем в холодильник. Вуаля! Вот, друзья, и результат. Вот наше яблочное пиво готово. За вас!